товарооборот, оборот товарами и услугами, вы о товарообороте сказали, товарами и услугами, у нас в прошлом году беспрецедентный, 50 миллиардов долларов, около 44, как вы сказали, по товарам и еще услуги, 50 миллиардов долларов, и что приятно, посол мне по дороге докладывал, приятно меня удивило, что ваши компании более 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более 300 миллионов долларов. Все кричали, вот, белорусы разбежались, в России ушли и прочее. Только в Беларуси заказали России на 300 миллионов и заплатили. А если взять айтишников российских, прочее, там несколько миллиардов долларов. Так что даже здесь миролюбивым странам, в кавычках, не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран.